Даже до коллапса города были просто большими кладбищами. Черт их. Yeah.
отчаиваться. Я еще жив. Уходи! Живее! Что-то до боли знакомое. Похоже, мы это уже проходили. Да ладно. Не уходи. О, другое дело. Видишь, как с тобой бывает просто? Я хотела, чтобы ты это поняла, чтобы увидела, что все могло бы закончиться по-другому, если бы ты послушала нас и не лезла. Но ты выбрала кнут. Ну что ж. Вот лажа. Теперь весь вечер отмывать надежды и мечты со своих боцев. Знаешь, пока не приперлась ты, все было так охеренно. Притащилась. Со своим шикарным поездом и шикарными друзьями. Ты решила превратить это место в то, что... Никогда! Не было! Когда мы пытались действовать разумно, ты зачем-то набрасывала говна на вентилятор. Снова! И снова! И снова! Все потому, что ты грезишь надеждой на будущее. А у тебя нет ни того, ни другого. Ни у кого из вас. Вот чёрт!
Мишель, Луис, внимательно послушайте меня. Зачем? Ты же не едешь с нами. У меня нет выбора. Отец... Папа говорил, если ты не с нами, то ты против нас. Все не так просто. Нет, просто. Нам пора, мам. Папа здесь. Мишель, вам придется заботиться друг о друге. Отец не сможет. У него большие планы, но что бы он ни делал, страдают люди. Он решает проблемы. Он создает их. За ним тянется кровавый след. Ему все равно, кто пострадает. Не становитесь такими. Обещай мне, что вы не станете такими. Да, мам. Все. Ты видела это? Что за херня произошла? Похоже, она не зря ходила на север. Пора задать психам пару вопросов. Раш, прости. Прости, что села в ваш поезд. Что притащила тебя в Хоуп. Мы всегда будем помнить тебя. Ты рискнул ради нас и поэтому погиб. Это моя вина. Раш, ты будешь гордиться нами. Славный человек. Альтруист. А ты... Ты сделала все, что могла. Близнецы всегда опережают нас на шаг. Нужен новый подход. Пойду проведаю Кармину. Когда будешь готова выслушать, приходи. Слава Богу. Смерть Раши всех подкосила. Но нельзя сдаваться. Мне не хотелось связываться с Иосифом. Но новый Эдем отвлек внимание рейдеров, и теперь мы можем застать их врасплох. Я расспросил разведчиков.
Говорят, что недалеко от старого сада проводят бои, и рейдеры делают там ставки. Организатор утверждает, что хорошо знает близнецов. Может, врет, но надо бы проверить. Thank you.
Ясно? Вы... in the night air. Tell me this, we don't know.
Все было под контролем. Зря ты вмешалась. Слушай, я знаю, что гонку никто не выигрывал. Я хотела стать первой. Но спасибо. Наверное, я обязана тебе жизнью. Я не умею извиняться. Я не злюсь на тебя. Просто хотела победить и проучить их. Близнецы кормили меня своей брехнёй кучу лет. Я держала язык за зубами. Делала, что скажут. Взамен я всего лишь просила этих двоих оставить в покое моего ребенка. И что в итоге? Они решили похитить моего сына, а меня попытались угробить в сраной смертельной гонке. Пока близнецы живы, мой ребенок не будет в безопасности. Я отомщу рейдерам за все, что они со мной сделали. Уважаю. Зови, если нужна будет помощь. На твоем месте я бы держался подальше от вас. Интересно. Я смотрю, обиду таишь. Размер... Прекрати! Щекотно! Итак, о чем это я? Да я смотрю, обиду таишь. Размером со штат Техас. Похоже, у нас с тобой одни близняшки на двоих, да? Не так давно они меня взяли к себе. Я типа их правая рука. Почти правая. У нас так, знаешь, я одалживаю им, они одалживают мне. Типа ты мне, я тебе. И теперь вот долг за мной, а я немножечко в финансовой заднице. И мне нужен вариант, чтобы раз, и ноль проблем. Ну, вкратце так. На арене проходят бои, и мне нужен кто-то, кто там всех порвет. У тебя поставлен удар? Можешь долбануть так, чтобы искры из глаз? Измерим твою силу. Врежь-ка по этой штуке. Я, когда попробовал, сломал ее нахрен. Посмотрим, что можешь ты. Мазала так мазала. Не хотел бы я тебя в табло получить. Ладно, за дело. Ну-ка, оружие, ясен пень, мы не можем взять его с собой. И за мной.
Ну же, это рядом. Я сам был бойцом. И неплохим. Было дело. Даже серия нокаутов была небольшая. 17 человек вырубил. Прикинь, 17! Пришлось завязать. Я слишком сильный. Так врезал последнему, что тот аж мозг выпердил. Серьезно? Нет, серьезно. Он свой мозг. Поэтому я и ушел. Подумал, типа, у меня дар, но я не могу им управлять. Ну вот мы на месте. Иди внутрь, там тебя подготовят. Только будь паинькой и не смотри никому в глаза. Закончишь, я открою тебе дверь. Встретимся у склада оружия. Задаем саду. В смысле, задаем жару. Ты! Да, я за тобой. Я знаю, что тут к чему. Тебя прислал Ирвин, да? Идем за мной! Первое правило бойцовской арены – все манеры сказать. Ну, чтобы они узнали все такое. Ну, тот удар, который выбивает зубы. Буду лупить в лицо каждый раз. Это любого собьет с толку. Целую жареную собаку сожрал. Я чувствую, когда белая плесень. Слушай, для начала нужно придумать себе кличку, чтобы знать, против кого ставить. Точно конфетка. На лице написано, что конфетка. Решено. Будет конфетка. Давай, иди, конфетка. А вот и последняя жертва засранца. Конфетка! Ты труп, конфетка. Ты еще жива, но уже труп. И это конфетка. Не оставлю нас. Конфетка, конфетка, жри грязь, конфетка. Ты там погибнешь. Заткнись, конфетка размажет их по полу. Ох и не сладко тебе там придется. Будет настоящая бойня. Ну что, отребье беспонтовое, добро пожаловать на лучшую бойцовскую арену в нашем радиационном мире. Поприветствуйте нашу новую гостью, конфетку. Надеюсь, она протянет дольше, чем предыдущий. Все силы бей! Yeah!
знаешь, Нера! Я пару раз лгу во спасение, и ты меня убиваешь! Думаешь, умная, да? Думаешь, ты крутая? Ну да, твою мать, такой ты и была. Круто билась. Я мог бы работать с такой тупицей, как ты. То есть, девицей. Девицей. Мы таких дел наворотим. Великих дел. Великих. Знаю, ты хочешь поквитаться с Микки и Лу. Я помогу тебе к ним подобраться, а дальше ты справишься сама. Я все разрулю. Не парься, Шныра. Просто положись на меня. Мне нужно побыть одному и хорошенько все обмозговать. Так что давай, гуляй. Не могу думать, когда ты пыхтишь у меня над духом. Вот и на связи. Шныра, встретимся у старой тюрьмы. Я такое замутил, поверь мне, тебе стоит об этом Тебе нужны близнецы, да? Хочешь подобраться к ним близко-близко? Что ж, я знаю, как это сделать. Если б все было как всегда, я бы просто привел тебя к близнецам. Но сейчас мы с ними не на одной волне, так сказать. Я им сказал, что они косячат. Ну, и они и психанули. Знаешь, как это... Ну, это не важно. Куда важнее, что близнецы теперь скачут вокруг этого Фрэнка, будто он их лучший друг. Даже сделали его надзирателем в тюрьме. Ну, ты прикинь. Знают ведь, что мы с ним не ладим. Он же конченый мудак. Думаю, я нравлюсь Лу. И она хочет, чтобы я ревновал. Иначе зачем им вообще общаться с этим говнюком? Короче, первая часть плана. Тебе нужно убить Фрэнка. И вот как мы поступим. Он ведь надзиратель в тюрьме, да? Так вот, я отведу тебя туда. Типа, я взял тебя в плен. А ты разыщешь там Фрэнка и грохнешь его. Убьешь мудилу. Подробности расскажу по дороге. Доверься мне, дело верное. Спрячь тут свое добро. Пленникам пушки не положены. Затем полезай в грузовик, я тебя отвезу. Гребаный Фред. А, оранжевый тебе идет. Ладно, запрыгивай. Поехали.
хочешь знать, как смерть Фрэнка приблизит тебя к близнецам, да? Скоро будут гонки на выживание. Победителя приглашают на понтовую вечеринку, на которой собираются главари рейдеров. Победи в гонке и получишь доступ прямиком в личное пространство близнецов. Штука в том, что участники гонки уже подобраны. Придется освободить для тебя место. И представь себе, Фрэнк один из участников. Да-да, видишь, мой план гениален. Убьешь Фрэнка и бах! Внезапно на гонке освободилось место. И так вышло, что я знаю этого парня, который знает девку, которая... Ну, в общем, я помогу тебе заметить здесь. Но сперва избавься от Фрэнка. Ох, подозреваю, без оружия тебе придется импровизировать, чтобы убить этого урода. Но я в тебя верю, ты справишься. Засранец! Ты прикинь, засранец на своем мусоровозе! Надеюсь, ты привез что-нибудь ценное, засранец. Ценное, как наше время. Че тебе надо, засранец? О, я тоже рад тебя видеть. У меня тут пленница. Что скажешь? Головой за нее отвечаешь, понял? Веди сюда. Береги себя, Шныра! Не подохни! Получить ответы нужно задавать вопросы. Да и я этим займусь. Я знаю, что делаю. Я не хочу мешать. Мы заняты. Знаю, да, но тут пришел кое-кто важный. Насколько важный? Вам стоит это услышать. Вот видишь, все под контролем. Я этим займусь. А ты чего стоишь? Вот под это можно потанцевать.
никогда не стали бы такими крутыми, если бы не заставляли работать пленники. Либо ведомый, либо опять этот... Ути-ути, гляньте-ка, вот и жертва! Гляди! Больно! Господи, боже! Погнали!
самовлюбленный ублюдок. Ты не представляешь, как я ждал смерти Фрэнка. Спасибо. Неужели этот дебил правда думал, что ему место на гонках? Я должен быть на гонке. Я должен владеть гонкой. Я знаю о тачках больше любого из них. Да я как-то собрал болид из кухонной раковины. Короче, место в гонке теперь твое. Так ты сможешь подобраться вплотную к Микки и Лу. Осталось достать тебе более-менее приличную тачку, и дело в шляпе. Слушай, нас не должны видеть вместе, так что давай, топай отсюда. Не боись. Скоро я с тобой свяжусь. Все готово к гонке. Приходи к старой заправке. Я тебя жду.
долбанный гений. Каждый год победителя гонки на выживание приглашают на понтовую вечеринку. Ты будешь участвовать в гонке вместо Фрэнка. Тебе повезло, я надыбал тебе отличную тачку, везучая ты морда. Осталось только победить. Ведь тебе нужно попасть на вечеринку. Микки и Лу точно там будут. Там-то ты их и накроешь. Я за машиной. Встретимся вечером на этом же месте, Шныр. Сам привел в порядок. Залил полный бак лучшего этанола. Колеса подкачал. Полный набор. Я здесь знаю в лицо, так что не понимаю. Thank you.
Полно больших шишек, и все те еще говноеды. Аккуратней, они до хера опасны. План такой. Просто перебей их всех. Вообще всех. Пусть заплатят за неуважение. Охренительно-ка. Короче, избавимся от всех одним махом. Только не делай глупостей. Ладно, я пока заткнусь. Эй! Когда ствол будет на месте, я дам сигнал. Это ж ты. Геродня. Блин, круто было. Ты показала класс. Бабах. О, да, прямо совсем как я в свое время. Спасибо всем, что вы здесь, что приехали сюда. И тут клево, но мы ненадолго. Вообще не круто. Мы кое-что узнали, и у нас есть предложение. Заходи давай! А это что за хрен? Циц! Он решит все наши проблемы. Угу. Он проведет нас на север и поможет заполучить... Что там, фрукт? Священный плод. Чудо нового. Да, вот его. Этот парень говорит, что этот фрукт дает охренительную силу. И если заплатите, мы с вами поделимся. Чё-то я ни хрена не врубаюсь. Мы и так сильнее всех. Она права. Он реален. Я видела. Что ты несешь? Святой плод? Не, ну это трындец. Да у вас, небось, мозги скисли, как у папаши. Еще комментарии будут? Плод получите только если все сделаете. Вы должны сжечь новое Дэм дотла. Сделка есть сделка, мы не подведем. Сейчас. Мы должны спешить. Ну пошли, чё? Блин, да мы сожжем эту сраную деревню дотла. Фрукт, от которого становишься сильнее? Ирня. Вот же сраное дерьмо. Они уже свалили. Чёрт, это облом. Ну, хоть с остальными мудаками разберемся. Пушка в сортире, ясно? Что бы сказал Итан?
Нам сообщают об атаке близнецов на Новый Эдем. Какой-то предатель открыл для них ворота. Время пришло. Покончим с близнецами раз и навсегда. Да. Yeah!